Привет, с вами я, Александр Кузнецов, и сегодня я хочу вам рассказать о такой штуке. Все, кто помнит, все, кто был в советское, жил в советское время, или больше всего те, кто застали 90-е годы, а именно рассвет торговли на рынке, появились вот такие вот маленькие незамысловатые пакетики. А именно, растворимый напиток Буратино. Юпи, Буратино. Просто добавь воды. Откуда он у меня взялся? Ребят, не поверите, я был в деревне у родителей. И я, увидев этот пакетик, я решил его купить и засыпать воду и проверить, тот же вкус с детства или не тот. Соответственно, сейчас мы будем засыпать его. Написано, сделано в Чили. Ну, не знаю. Написано, реально сделано в Чили. Очаковское шоссе. Ну, срок годности 36 месяцев. То есть, он реально сделан недавно. Заканчивается 27.10.19 года. Вот, сейчас заливаем, я беру воды, 1,5 литра воды налил, как написано здесь. Это просто что-то с чем-то, блин, я не знаю, я давно не пробовал такого, я сейчас достану стакан, сейчас как раз попробовать его. Стаканчик. Это вообще нереально, ребят, ну все, кто помнит это, да, это было... Блин, это было реально, реально круто для нашего времени. Рассыпал, засыпал этот пакетик в бутылку, вот там, вот в эту бутылку, например, засыпаешь, и потом у тебя целая бутылка лимонада. Ну, не лимонада, а больше всего сока. Это якобы был сок. Я заливаю все это при вас, вода темнеет, желтеет. Еще надо, наверное, как следует сболтать, насколько я это помню. Мы это все сболтаем. Ну, я не вижу, конечно, того цвета. Здесь, по идее, должен быть буратино цвет. А нет, цвет, по идее, цвет буратино. Да, желтоватого цвета. Вот так вот мы его сболтаем. Это просто... Ребята, я давно... пенится, как будто что это пиво. Ну что, пробуем. Просто добавь воды. Сколько здесь всего, мне кажется, этих ешек, а хотя здесь написано только Е551. И все. И регулятор кислотности. Красители, карамель, желтый, солнечный закат. Ароматизаторы идентичны натуральным гуарана и яблоко. Мне кажется, здесь меньше добавок, чем сейчас в соках. Ну что, пробуем. Надеюсь, я не отравлюсь. А, блин, мне страшно. В детстве было не страшно, а сейчас становится страшно, что мало ли. Слушайте, реально похож на Буратино, но лучше бы, конечно, разбавить немножко меньше воды взять, ну, например, литр. И не хватает газов. Но в детстве мы это пили, но чувствуется порошок. Чувствуется порошок, но в детстве мы это пили и довольствовались. И ничего здесь не вижу такого особо плохого. Сахар, лимонная кислота, регулятор кислотности, подсластители, цикламат, аспартам, сахарин, добавка, препятствующая слеживанию и комкованию. Ну, то есть, такая это единственная. А все остальное я вам уже сказал. Ну, напиток пить можно, реально пить можно. Чем-то напоминает Буратино, но я бы не сказал, что это Буратино. Буратино немножко другое, но схожесть есть. Итак, друзья,
Просто добавь воды. До скорой встречи, с вами был я, Александр Кузнецов. Пока. Мне плохо.